Доброе утро, Дарья. Ну вот, как обещала, снимаю вам красавицу. Мейк у нее очень ровный. Ну, насчет бровки вы видели. Выглядит даже интересно. А по поводу тела, ну вот, ножки максимально разводятся только так. В коленках не гнутся. С ручками все в порядке, все шарнирное. По поводу прически... Ну, я так понимаю, что это заводская укладка. Но, в принципе, если вымыть волосы и попытаться уложить как-то на другую сторону, здесь нет никаких нюансов, то есть все прошито по луночкам. Ну, конечно, внутри прошивка не слишком густая, заводская. Ну, все же каких-то пустых лунок или залысин я не обнаружила. Ну, то есть я думаю, что можно уложить как-то по-другому. Я ее тут взъерошила все. В общем, просто нужно вымыть волосы и как-то попытаться по-другому уложить. Что касается тела НТМ, по скинтону, но по цвету больше всего и подходит вот это. Здесь все шарниры хорошие, тугие. Все вращается, все гнется, ничего не болтается. Единственное, я вам присылала ссылочку. Там в описании указано, что на шейке есть паутинка, не знаю, видно вам, нет, но сколов, трещин каких-то явных нет, на функциональность не влияет. Ну, в общем, смотрите, принимайте решение.